28 октября по всей стране госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание! Пешеходный переход». Сотрудники ГАИ напомнят участникам дорожного движения о правилах безопасного пересечения проезжей части и проезда пешеходных переходов, а также проконтролируют соблюдение этих правил пешеходами, велосипедистами и водителями. Напоминаем, что со вчерашнего дня в соответствии с изменениями в правила дорожного движения не только пешеходы, но и велосипедисты имеют право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по пешеходному переходу и велосипедному переезду, в том числе в случае движения на средствах персональной мобильности. Однако следует заблаговременно снизить скорость, убедиться в безопасности и пересекать проезжую часть со скоростью идущего шагом пешехода. В свою очередь призываем водителей быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и двигаться вблизи них со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу желающим пересечь проезжую часть.